Национальный расчетный депозитарий сыграл значимую роль в обеспечении прихода на российский рынок ценных бумаг крупнейших иностранных номинальных держателей, а следовательно и стоящих за ними иностранных инвесторов. Одним из важнейших условий для этого было установление понятных для иностранцев и выполнимых правил процедур налогообложения доходов по российским бумагам, которые выплачиваются на счета номине. Вторым важнейшим условием было четкое налоговое администрирование этих правил со стороны налоговых агентов, функции которых стали выполнять российские депозитарии. И НРД, как центральный депозитарий, был в авангарде создания этих условий.